И сообщается, что демонстранты бросали опасные снаряды в полицию и разрисовали граффити стены участка. Некоторые протестующие пытаются снести баррикады, которые установлены полицейскими. По данным местного ТВ, в протестах участвует около 600 человек. Это все главные события к этому часу. Далее в эфире новости спорта. Новостями спорта Екатерина Бредина, здравствуйте. Работу на посту главного тренера екатеринбургского «Урала» продолжит Юрий.